ждали, в банк скакал. Встали, побежали. Просто меня, я сейчас бы шамана бы написал бы насчет пойти в рейд. Так он, как он у меня за аликов, мне впадло туда заходить. Понятно все. Второй категории там. Почти 350 усилков на нем. Ну круто, круто. Мне тоже сильно это с работы первый день тяжелый такой. А чё ты вступай основы сюда? Основу? Ну да. Прогресс у вас какой? Ну, вот так 9, тут все лампово. Тут же это не одетый пока. Ну дело в том, что знаешь, вот смотри, я тебе приведу пример. Я в свое время, вот Дамару не даст соврать, если ты там есть связь с ним. Первое время, когда целка ХМ было, ну, открылось, мы, короче, мы вайпались на леди недели две, день в день, часа по три, по четыре. Потом с горем пополам научились убивать. Потом дальше, там, на профе вайпались, там, на синдре на той вайпались, знаешь, долгое время. Короче, это не все так просто дался этот целка, но все-таки дался. И когда мы уже начали его проносить... А что ты мне рассказываешь? Поэтому пизду. Я не пойду основой опять вот это все по-новому вайпаться, ты че? Я быстрее компьютер разобью. Или вообще забью хуй на игру. Так все, ты с пианистом поругался. Стоп! Танки, стоп! Я с ним толком не думал. Поставили локи. Подъебнул, ну а у него не было не настроения. Я уже добежал. Я уже там. Бегусь. Это он мне сказал, рогай, короче, месяц не ходишь в первый состав. Я такой, ну не попросил. А у тебя уже рога 270 плюс, да? 270, да. По паукам играем. 15. Ну пятнашку давлю, нехуй делать. Как вы этот? Это на выходе. Чё? Собирали как? На выходе. Анрол, боя и осколки. Угу. Я даже ради прикола сегодня в 25 кто будет? Сходил. Походу ты. 15. Либо войд хилом. Там видишь, Тёма, проблема в чем, что шейпер без 15-10 уходит. Это я знаю. Но это проблема. Что если шаман не будет, то очень жопа будет. Я же говорю, давай вон, кто там купит мне рефракт, я зайду на шамана по хиле. Нормально по хиле. Червонь, ну десятку голды я 5 часов дам и в течение там, ну, короче, КД обновится, я уже отдам пятерку, я ОД возьму, солью, да и все. А если не удастся, будешь или как? За место Медамару какого-то побежит к шейперу. Ну, блять, я уже на этом сервере уже играю давно, ты знаешь. Нахуй, надо размениться за пятерки какой-то вонючий, не гони. Это ж, блять, толком не голдат. Нифига себе, 2 сердоли. Какие-то копейки, блядь, чё? Говорят, те, у которых по миллион голды.
3,6. На моем аккаунте уже было 3,5 миллиона на статистике. Вот видишь. Пока где нахую, я не знаю. У меня сейчас на аккаунте, чтобы вы понимали, 8, почти 9 тысяч голды на всех персонажах. Аддон такой. Ну, если ты у меня. А, статистика, диачивы, понял. Достижения. Там есть такое достижение. Ой, статистика. И смотришь. Там можно посмотреть, сколько ты жрачки съел вообще за всю игру. Сколько ты попил там. Прочее. Самый большой критический удар у тебя за всю твою игру. Короче. Там всегда какие-то эти кастрата. Это пиздато слушает. Хорошая инфа, но нахуй никому не нужно. Ну вон челик спросил, но Рейди пишет. Я ему сказал. Я просто хочу, чтобы с ним. Обмен, дай. И честно. Я помню все три раза, когда отец сказал, что любит меня. Да, не то, чтобы я сомневался и не знал. Обмен. Что, здесь сопрот пьете? Нет. Нет. Без лока идем? Он написал, релогается 4-5 минут, мадам релогает. Вот. Так. А можно рыб? Потом. По бафам. Да, без разницы. Ты бафаешь кулаки МП5, если я иду в танки. Я должна успеть с ним обращаться. Так, по танкам, по танкам. Да, давай, в танки пойду. Шредер, кулаки им попятую, давай. Из гильдии даем обмены звезде. Оперативнее. Пишем, кто ролит мне на мейн спек спугов. Пишем, какой спек. На кого ролит? Что мы по времени, получается, будем, да? Лут я имею. Че? Да че? Сразу, да? Да, побудем, да. Блять, одни ардру пишут, нахуй. Шамыш. Дискорд надо кинуть.
О, вспомнил, я тебе еще могу сейчас 5к голды и один сердоль дать. Вот, у меня в банке, я вспомнил, лежит. Ой, слышишь, алло, ты, может, ты спросишь с гильды, кто-то есть, ну, типа, я хочу. Если были бы, я бы уже давно даже бы не говорил бы об этом. Уже давно бы... Обмен с гильды, кто обмен? Алло, алло, алло. Кто нужен? Ой. Холипал. Холипал. Там... Может, есть кто? Ну, есть все на РТ. Нету. Опасность нету его. Ну, в следующий раз закуплю. А это что, у ребра 36 тонн? Чё? Ничего, кто, кому нужен? Фласки, припад. Угу. Сейпер. Я от магии льда поставлю. Угу. Погоди, шейп, сейчас. Ну мы Джованни можем взять, как хули пристану, блять, я не знаю. Обмен киншей. Может лучше его взять, а я пойду шаманом. Ну, пока что шейпер. А я пойду шаманом, потому что ну, два окна, я не знаю. А сколько ты? Ну я же на варе. Он в два окна, если не понял. Да. Я это понял. Можно сделать вот так. Я пока оф, ну тогда шамана тут, если что, буду вынести. Нет, Джованни пусть будет. Так, нормально там, шаман будет и этот. Еще кому нужны быстрее? Сейчас задум шкаф. Шкаф, Локи. Два паладина только вредит, вы смотрите, кто там на лед поставит ауру или тотемшн. Это ты, Луна Тролл, правильно? Шкаф. А это ж Холи Прист? Хз, шуляк. Да. Чё? Он пишет, что он ПВП ДЦ вводит. Значит, пойдет ШП. Будете хилить 4 хила. Боссы не такие сложные, чтобы, блядь, на них вайпаться. Ой, типа, смотри, я не играл месяца 4, это не то, что я дон. Я просто, когда мы в джоках ходили мейн статиком, мы в 4 хила ребра не захиливали. И не потому, что мы дауны. Типа, если порезали... То... А, тогда окей, тогда вообще похер. На 30%. Джоках и дауны. Не, ладно, да, согласен, я пошутил, окей, ну... Не, по хилам там яблочки и все. А, и ВСП не дауны, так что. Рыб, Ваня, ты зашел, нет? Здесь. Рыба поставил. Да рыба. Да, да, пуги ставьте свою. Слышишь, так у меня просьба, пожалуйста, кикни лончда на с 8-й пати, потому что у меня багаются все доны. Сорян. У тебя чё, хилбот? У меня хилбот и... Вуду. Можешь просто отключить. Нет, она не работает у меня. Потому что я... Не, мне удобно с двумя. Брейсами. Сейчас бы через хилбот хилить. Я хилю через Вуду. Алло. Что лучше, Вуду или хилбот? Каждому своё. Вот быть, так для тебя. На ФК тогда, ребята. Да, чекай на ФК. Джованни в диз заходит, я так понял, да? Все тут, кроме мастера и Джованни.
Да я, блядь, Джованни ищу, перетащи. Его нет в канале Пуги, я что-то не вижу. Вот зашел. Так, соответственно, Джованни, обмен кинь везде быстрее, получи фласки. Там же лобби надо. Там мне только припор. Ну, обмен звезде кинь. А кому тут истерию кидают? Не знаю, чек на готовность. Мосс, ход, аллот. Либо когда я скажу, тогда... Эвинар шарпит желание. Готовы? Алиса. Ефрем, алло. Ефрем. Алис, все, все готовы, соответственно, на пул дай вина. Чет на пул. Гер. По шпам. Шипан. Вихрь, релиз прожимку. В лужах не стоим. Шипы приоритет. Рубет на хп. Да. По шипам. Лиса прожим. Готовимся по шипам. По шипам. За спину встаем. Мосса, Бейдинлас. Шей, погоди. Встать можешь? По шипам. Я походу в текстурах. Можно падать. Ясно. Тоже текстура. Мост, давай в хила. Единственный выход кости для жертвоприношения. Там как-то... Меня больше интересует, а чего нас не хватает? Чего с ДПСом? Чего? Я истекаю общими. Потому что отъехала половина, блять, на первом же вихре. Ну да, там снизится ДПС. Ясно. Короче, как вихрь начинается, вот он босс начал крутиться. Приступ, пристам всем вообще, нужно сделать следующее. Встать так, чтобы лужи не было на вас. И ждать команды, когда вам скажут ким на хп. Выровнять, чтобы отхил, и в дальнейшем отходить от луж. Первая задача, отошел от лужи, потом бьешь шип. То, что сейчас мы упали, это люди стояли в луже. Но еще вроде есть такая тема, что... Ну тут ребро, хоть далеко, хоть близко, по-моему, не так много бьет. Да его и бить не надо, когда он крутится. Это без разницы. Надо. И у нас состав хилов, хуйня. Жура, да, 3 хпс. Давайте быстрее добегаем. Да, первый вайп на ребре, но щеките, все бывает. Турбо у Бабла не закрыт за, да? Ну, он говорил.
Уже бы поставил. Чек на готовность. Рыбу едим, с рыбы вышли. Нахрен. Дайте людям поесть. У нас каких-то бафов не хватает. Не могу понять. Каких? Кулак МП5. Ну сдавай. Горн есть. Это что за хуйня? А крик на хп — это хуйня. Все готовы? Чё ждём? Были? Все готовы, а чё там хуй? Ну серьёзно, в три бревна? У тебя есть хуйня? Что есть, то есть. Если нету полипала, то да, хиляй. Геро, не? Геро. По шипам. По шипам. Алиса, продай губ. Шансунг на хп. По шипам играем. Приоритет здесь шипы, ребят. По шипам. Джованни на хп. Где этот шип-то гребаный? Ты где вообще? Все разбили. За спину босса оперативней. По шипам. Танку. Да я вижу. Джурада поднимай. Кто-то поднимает. Чуван. За хил. Про хил, про баф быстрее. По шипам играем. Кто поднял? Чувак. Первый посос. Серебан, БР, МОС. МОС, БР, Джованни. Шпам. Бафы раздаем. По шипам оперативней. Аж я на хп. Бурбеттер на хп, давай. По шипам. Как мы любим в лужах, то умирать. Это лужа, да, все. По шипам. Ты ж никогда в тексты не кидал на этом все.
А это новая фифа, да? В текстуре падать, когда тебя шипы кидает. Походу, сырплю мы привезли, блядь. Шип с пуси взбили. По шипам. Здесь отражимка откатила. Отражимку давай. О, задано там. Можно вопрос? Вот мы взяли Варлока. Он вроде должен был быть демон-локом. Просился как Дестрик. Говорил, если что, можно его кикать. Ну, сейчас, походу, будем кикать. А можно просто демона спекнуть? Демона, я пока не вижу. Я понял. У нас вроде пуги в рейде. Если что, так-то. Он и есть пук. То есть что я говорю тобой? На пуги есть в рейде пароль-то сначала, да? Да, то есть сначала роль, а потом раздавай мастер луту. А, ну там танка не надо было никому, наверное, да? Вот это пуги в рейде надо кому-то? Ой, это что, роли? Сначала ролить, потом если выиграть ги, то... Гита и выиграла. Анкила, есть такой пояс? Нет, нету. А, погоди, погоди, есть, слушай. Кому в обмен его показать? Второй, кто был по ролу? Там Аша и Дикость. Не-не. Кто ролил? Кто по ИПГП второй? Анкил, ты тут? Да, здесь слышно меня? Мангьял, Шансунг, мистер Дейбатер. В смысле, Шансунг пас нажал? Дум пишет, что он там без аддона. Бесовый пояс пасуешь? Да он просто это... Не шарит. Но если чё, задум выше всех в приоритете. Ну и мистер Дейбаттер, если ролил, то давай ему. Мистер Дейбаттер, потом Шансун, потом Ход, потом Турбойс, потом задум по Тайру. Ну, значит, этот задум отдавай, если он ролил. Выше переложи. Эш, честь. Кто пояс получает в итоге? Ну, в итоге задум. Задума спроси. Если он ему... Затрэш спойлили, блин. По черепу. Виктор Дэш. По черепу вдаля. А вот что, на первом месте по ДПС был? А. Ну да, на втором трое. Уже играть нет. Рога, лот. Я только сейчас понял, почему я не могу ДПС сдать. Угадай, почему, Войт. Почему? А я, сука, одел апокалы вместо этого. Хуйни, блин. У меня тупо все капы нахуй пошли в пизду. Я РП и все, что можно, блин. А, ты не вставил камни по капам. РДД по черепу.
Отошли. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить ее. Откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких играем, которых вы не в силах. Чейпер, да. Раньше у них большой, если чё. Сколок не упал, да? Сразу вопрос. Я раньше постоянно стоял на ступеньках. Сейчас текстуры не кидает? Почему ты стоял на ступеньке? Потому что я достаю там бисрейт, мне удобно там стоять, надо цешники. То есть, если на тебя моб будет идти, то тебе будет удобно умирать, да? Какой моб? Нет, который не на этих ступеньках. Не на этих. Он про те ступеньки. А, возле леди? Текстуры не кидает? Не должно, если контроля нет. Ну, блядь, на текстуры не должно было кидать и на этом, блядь. На ребре, но почему-то кидало. Всякое бывает. Сорвать игру, как я сорвал. Дай стан мне. No. Шарпи, у тебя же есть там? Алле. Ну ты же, по-моему, был, да? Надо будет на боссе быть. Без проблем, я могу и полностью зайти с нарды. Так и у тебя был БДК, да? Нам нужен БДК. Именно БДК, потому что он ЛПшник. Окей. Там играет. А вам что, не понравилось, как я полон танчил? Да. Нам нужен именно БДК. Просто там механика набора агро настолько простая, что два БДК, они всегда на первом-втором месте будут по агро. Это просто босс не таунтится, в обычке таунтится. У меня 54 кхп. Так ты всегда его тут танчил, блядь. Правда, холипала теперь нет. Так, первая, третья, слева, вторая, четвертая, справа. Шарпи, тянешь с лестницы на левую сторону. Ну, на какой стороне? Первая, третья, слева, вторая, четвертая, справа. РТД играете по мобам, у которых нету маны. Медишник играет по мобам, у которых есть маны. Надеюсь, это понятно. Соответственно, далее служу, убегаем, будет три контроля. Перед, за 5 секунд до контроля я буду анонсировать. Соответственно, готовимся к контролю. Далее. Как он? На второй фазе. Появляет босса на центр. Будут появляться мобы или с левой, или с правой стороны.
по мобам играем, потом играем босс. Здесь понятно, соответственно, также контролируем, следим за духами. Духи могут не шотнуть вас, зато шотнуть пол рейда около вас. Запомните это, истину. Соответственно, будет стараться анонсировать, если все норм, то проанонсирую, если нет, следите сами. От духов должны отбежать. Здесь понятно. По СС-ам, задумчик. Тут нет. Лут. Не в дискорде, он на работе. А, задумчик. Повесь на мосу. А, лутант-ролл, повесь на серебана. Чек на готовность. Кушаем рыбу. Соответственно, 2 ДК на второй фазе, на 8, меняйте. Не забываем, я на трэше посижу. Чек на готовность. Лопасос, Алис. Все готовы, чуть на пол. Вам. Быстрее потрэш играем. Милишники сейчас еще мо появится. Играем. Контроль. Контролим. Турбо контрольте. Иначе вы сдохнете. Рейды, где контроль? Ясно. Yes. Так. Лопасос Б1 кило. Слева миличники могу добить. Играем по мобам. Оперативней. Контроль. Старайся вывести его, Лис. Милишники слева помогли с мобами. Быстро. Так. Серебан БР, охота. Череп убиваем. По мобам играемся. Все чисто в мобов. С листой, с другой стороны. Ход, вставай. Контроль. Что-то мобов не бьет. С левой стороны только я один бью, походу. Два человека с левой стороны. Испал. Слева милишники помогли быстро. Оперативней все. Ну в следующий уже выходит, но... Они застреляют сейчас рейд. Короче, падайте. Ложимся. Это хуйня. Блять, вы что, сука, тактики не знаете или вы что, блять, на? Потому что не умеют у нас помогать люди друг другу. У нас два милишника. Плюс Пусич. Должны были сливать мобов милишник. Пусич, нахуя ты ебашил ебаную ледина? 900 тонн нахуй в леди, 300 тонн по мобам.
Вот просто интересно, что там друиды делают вообще. Контроля толком не было, блин. И отхила толком не было, блин. Это, ну, я не знаю, про что ты говоришь, но когда трэш не убивается и стреляет черной этой стрелой в рейд под щитом, тут нет смысла что-то отхиливать и что-то вообще говорить. Два моба со стрелой стоят, стреляют в рейд, и выходит 7 мобов новых в рейд. Не в отхиле тут проблема, а в том, что надо бить трэш. 7 мобов вышли, 7 мобов убито до того, как выйдут следующие 7 мобов. Если этого не делать, здесь нечего делать на этом боссе. Да не, не гони, этого жестко не хватает, вы чё? Есть три метки, которые ТБМ вешает на контрольных людей. Квадрат... Я тебе что-то посоветую, Лок, заткнуться нахуй, дальше играй. Это раз. Хочешь увидеть ТПС, я могу, но потом, блядь, все вы будете вайпаться, ну. Квадрат, треугольник и луна. Давай, чулан, будешь контролить все квадраты. Серебан, ты сможешь поконтролить? Давай я лучше похилю, а? Потому что, блин, ну... Тут и с отхилом проблематично у нас. Моса, можешь поконтролить метку одну? Не, не вопрос, я буду контролить. Скажете, я буду контролить. Треугольник контроль. Ну, типа, кинул вихрь и дальше пользуйся. Моса, ты луну будешь контролить, чтобы вы не контролили одну метку. Вот вам три метки, вот три друида. Так. Побавкайся. Рыбу кушаем. Маба с лестницы вы куда тянете? На левую. Ой, извините, я просто тут некоторых уникумов увидел с оборотами. Вы можете фласки? Вас же контролить не смогут. Пожалуйста. Снимите нахрен с оброта на леди. Спасибо. Шейпер, ты заебал меня своими саппортами, нахуй. Я на туре теперь, когда ты за них ГП уебу. Ну давай, ебаш. Тихо. 10к давай, так с пула, блядь. Тихо. Защиту от темной магии сняли. Христовский баф, защита от темной магии все снимите. 130 саппорта считай. Чек на готовность. Все сняли, надеюсь. Алис, все готовы, чё-то на пол. Как вы смеете вступать в эти священные... Я там мне этот спати перекинул, так что посмотрели. Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Вот ты, если чё, слева. По мобам милишники, не того вы моба бьете. Алло, я в контроле, встан по тебе дал. Контроль, не кончился, служим, готовимся по мобам, по мобам играем. Блять, мне не дохуя таунтов, турбо живи. Контроль. Контролем. Быстрее, 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 быстрее. Угу, молодцы. Бейте других мне, ага. Ох, там у людей. Бам-бам. Контроль 5 секунд. Ты не в сил. Противиться моей воле. Займись. Освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга.
Бэр будет? Так. Моса Бэр мастерала. Баф сразу по вару дали. Что сумку умеет, не? Помогам. Контроль. Я в контроле под брустами. Контроль по трусам дали. День как два трэша. Блять. Почему он не на лестнице? Пожалуйста, не торопитесь босса добить, не торопитесь босса добить, добивайте трэш. Пам-пам, пам-пам, быстро, контроль, секунда. Пожалуйста, инер по аши дайте. Спасибо. Я посоздаю инер, контролим. На боф на лестнице убейте. Все по мобам сыграли, чисто все по мобам. С любой стороны. Той или иной, вообще без разницы. Все по мобам играем. Сука, переводите. Моб ты лишний. Переводите. Переводи, переводи. Переводи, переводи, переводи. Перейдут? Нет. Сука. Это не вайп еще, бейте. Бейте все трэш. Прожим, контроль. Давайте танки. Бейте Ашу в рейде контроль. Нет, это уже вайп, наверное. Да, дохуя. Ничего, нормально. Хуя нормального. Ну, нахуй вы сказали переводить, если 5 секунд осталось. Ну смотри, мы бьем один трэш, убиваем, выходит сразу следующий через 3 секунды. Проблема в том, Шарпи, ты не можешь их привести ко всем нахуй, а не держать на лестнице? Либо что-то сказать, что на лестнице мобы есть. Могу сказать, притянуть не могу. Баф повесил. Баф на тебя, на себя повесили, что ли? Ну да. Так ты скажи. Ребят, не забывайте снимать пухик, когда берется в контроль. Это касается миликов. Это касается того, что у нас милики никого в контроле не убили. Слишком до хрена трэша было. Ребят, могли бы подняться. Тут, блядь, ТПшница. Так, смотрим, нахуй. Сколько у нас миликов, сколько у нас РДшников. У нас РДшников больше, чем миликов. Конечно, мы, блядь, будем долго бить. Ну, миликам сказано бить фанатиков. Это мобы без маны. Фанатики. Ой, с маной, маны. Да, наоборот? С маной, наоборот. Приверженцы, культ. У меня 888 тонн по приверженцам. Лям. У тебя лям 300. У тебя 716. Я не знаю, сколько у тебя. Что-то у меня не то. Не, текущий бой все равно. Вы бьете фанатиков, мы бьем приверженцев. В чем проблема? Приверженцев. Много больно. И они еще появляются и их бросают. Их просто бросают после того, как они превращаются, их бросают. В этом и вся проблема. У меня потому есть один вариант. Надо приверженцев стараться сводить. У них, ну, большие фреймы, они если метров на 10 друг от друга стоят, то их можно кливать. Но это будет проблематично. Как вариант, если выходит приверженец с лестницы, то Алиса тянет его сюда и старается дрип-трип. Ну это, блять, очень сложно. Не, на Шарпе тянет. У нас один моб с этой стороны, если выходит с маной, у нас один моб с этой, блять, стороны, с левой.
для милишников. У нас три милишника сейчас. Это Кназурук, Мастер, Ход. Плюс я помогаю еще некоторым дебагом. Шреддер. Если тебя шар притянет его сюда, и все нормально будет. У тебя же слева выходит два фанатика, правильно? Два милишника. Два милишника слева, плюс, плюс лестница должен вестись налево, моб. Да, без разницы. У меня что РДДшники, что этот хороший с левой стороны. У меня, блядь, 4 мага и ШП. Короче, моб с лестницы, если выходит с маной, его нужно сразу притянуть к Алисе, потому что у нее изначально два приверженца. Разбойника два могут идти налево, и будет профитно, если не будут веерами напуливать на Алису два приверженца. Мобы, которые выходят с лестницы, это как раз-таки прислужники. Ну, не прислужники, а приверженцы. Ну вот, ну, они могут быть лестницей, что милишный, что, что, блядь, с моб с маной, что моб без маны появиться. Я говорю, их тянуть налево. Почему? Потому что слева есть один моб, который с маной убивают милишники. Им можно второго быстро залить, если его притянет шарпик. Легко и непринужденно. Это раз. Второе, если даже моб выйдет без маны, у меня... Хорошие с левой стороны поставлены РДД. Это дикость, мангиал, анкил, турбой, шансунг. Этого достаточно будет. Если сказано тянуть налево, значит тяните налево. Я просто не понимаю, какого хера Шарпи их не тянул туда и стоял возле лестницы. Может быть, прослакал и повесился щит на него. Вот и все. Только следующий Шарпи раз анонсируй. Если мобы живы, то заанонсируй, их подойдут и сольют. Чек на готовность. Я пока не могу использовать эту способность. Добрый, снимите. Молитву от защиты от темной магии сняли. Пришли на этом, как его, боссе, ни хрена ее не бафайте. Еще раз чек на готовность. Два моба были сзади, нахуй, со щитами, поэтому, блядь. Я потом только в них влился в солоно. Аша, готов? Да, да-да-да, сори. Ой, гимны. Это уже не твой прием. Ой, бресты тоже поставьте гимн, а то вы кто-то там ману ему зарезал, блядь. Молопосос, я тебе не говорю лить милишных мобов, которые должны милишники сносить. Перверженец сзади. Служу. Удалили милишники. Контроль. Блядь, щит повесил. Угу, отлично. Бить. Ужас. Трэш. Фонатик сзади. Это он мутирует не надо. Я он не. Давай, давай, давай. Милишники пошли уже по-другому по боссу играть. Контроль. Много не контроль. Сучий глаз. Поднять? Лопасос подымай. Трэш. Приверженец сзади. Контроль 5 секунд. Байда пробафали. Пусть и ты справа играешь, если чё. Милишники, которые слева играют. Моб у лестницы. Не забываем, щит повесил. Милишники справа также помогают. Пизда, блядь. Так, Серебан, поднимай Шреддера.
мобы. Шреддер это вредер. Контроль. Контролим, патрулим. Дал прожимку, если чё. Отлично, молодцы. Готовимся. Торопитесь слить хп ему. Готовимся. Блять, лагаю, лагаю, шарфин, лагаю. Лагаю, лагаю. Еще раз повторяю. Стараешь забрание. Ну зачем, блять, вы что, конченые, блять, что вы делаете? Бьем, 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 трэш, отлагал. Так, Джурада, БРДД по скелету справа, РДД по скелету справа. Контроль 3 стан, секунды. Сука, пом... Стопнули по боссу, 500 тысяч, никто не бьет. Стопнули по боссу, стопнули по боссу, вообще стопнули, отошли. Петов убрали. Дайте мне Аши, пожалуйста, у меня нет ни пета, ни хуй. Лапасос, дай на Паши. Играем все по мобов. По мобам играем быстрее. Все по мобам. Моб взрывает. Стан дал. Быстрее, 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 быстрее. Контролим. Так, у кого еще из Street of BR есть? Не вижу. Переводите, босс. Переводите, быстрее. БР, ага, отлично. Пожалуйста, МП5 каст по пристам. Памабам, памабам, памабам. Памабам, играем быстро. Контроль. Что 4 секунды. Веру дали. Веры не будет. Добро. Контроль слилась. Моб... духи, 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 духи. Дал просейв. Мобу удалили быстрее. Угу. Духи. Не забываем. Духи. Мобы 2 секунды. Помобам. Быстрее помобам играем. Право духу для шипачников. Духи, духи, аккуратно. Я контроль. Контроль. Сейчас убью кого-то. Алиса, дай прожилку. Ноль контроля, по-моему. О, наконец. Из друидов есть кого-то, БР, нет? По боссу бьем. Дух в РДД. Мили пошел. Мили, мили, духи. Духи. Алло, прием. Вы что, духов не видите или что? Мобы готовимся, духи. Алиса, забери. Трэш вышел, сейчас контроль. Памабам, контроль 2 секунды. Играем памабам. Контролим. 2 Шейпер, ушел. Беги. Шейпер, беги. С контроля выводим, переспаливайте. Духов не взрывайте, пожалуйста, алло. Прохил рейда. Шарпи, дай прожимку. 10 секунд. Дух. Мобы 3 секунды. Ну, 2 минуты гера будет. Памабам. Дух, один в РДД, один миль. Контроль. Даю прожим. Трэш. Да, давай прожимку. По трэшу играем. Дух в РДД. Духи, аккуратно. Дал свою прожимку. Миличники, долейте моба. Угу. Прохил танка. Прохил медвея, пожалуйста, духи.
АОЕ 100, пожалуйста, в миле АОЕ 100. Контроль. Контроль, говорил. Ревостный прокнул. 30 секунд я расползу. Да. Если духу разобьем. Сразу давай, духи. Контроль 5. Дух мели, два штука, уходи. Мобы, помогаем. Блять, законтрольте, то сейчас опять геру даст. Опять дал геру. Я лег. БР есть? Нет? Нету БРов. Просто бьем трэштим. Я лег. Забили на трэш, все в босса тупо влились. Нет, милишного нету. Бить. Есть эти, как его, бомжи? Бомжи нету, есть, давай бомжи. Танки, а вы водите босса, пожалуйста? Службы водите. По боссу играю, чисто все по боссу, контролим. Контролим. Берса 52 секунды. Играем по боссу. Тридцать 9 секунд. Чтобы не помешало. Контроль. Доливаем лям хп. 20 секунд. Давайте добиваем. Чисто в босса. Давайте, давайте, 3 стакана. Добивайте, баблы нахуй. Доливайте, 100-130. Алиса, прожмись. Глыбу прожми, мак. Давай, давай, давай. Мангел, глыба. Вы осознали бессмысленность своей... 20к. Рейдж был. Это Алиса вроде бы. Enrage был, блядь. Бока за рога, блядь. Это все из-за геры, блядь. Это да. Из-за двух гер в МК, блядь. Шейпер козел. Шейпер, ты все? Он сказал за 15-10. Это говорю все из-за геры, блядь. Понимаешь? Я тебе говорю, ты когда на работу? Мне на 10. Ну? Ну, у меня минус час. Я без 15-10 по серву выхожу. А, все. Ну, точнее, одеваться буду. Рыбу поставил. Быстрее встаем. Че лежим-то? Можно встать и добежать. Проблем здесь нету. ТП есть. Сука, столько трупов нахуй ненужных, блядь. Два ляма по приверженцам, пиздос, знаешь. Смотри, сколько я по фанатикам ударил. Тоже два ляма, чё ты доебался? Ага, 4800. А, ну ты умер, походу, блядь. Да-да, как... Я два раза вроде дохну. Это вот я вам скажу, выплывает то, что я говорил с самого начала. За каждый бок надо давать ГП, чтобы люди учились не косячить. Хан два раза вилки в контроле прожимает. ДК под зеленкой бегает, его не законтролить. Кто-то дамажит цель, которая в контроле, и убивает ее. За все это надо было изначально давать ГП, чтобы сейчас это не вылазило все.
Ну вы поняли, да? ДКшники и охотники, что вам зеленку сейчас надо прожать и отражение надо прожать. Время контроля. Кто понял? Я тебя уверяю, сейчас будет контроль, и опять будет хант в вилках где. Ты чё, сука, с бафами нету? Не могу понять. При вилках он не дамажит, если чё. Я пока не могу использовать эту способность. Чек на готовность. Зеленки точно не хочется, чтобы она была когда в контроле. А Шарпи брала в контроль? Да, разок точно. Он там ёбнул кого-то. Меня в контроль не брало. Меня под Вегеры брало, все нормально. Так, Барри почти откатились, все тут, на. Задума нет. 37 КСС. Как тебе что сказать, проще или не проще? Тут. Бьем. Алубан, быстрее. О, пишет там в рейд. Быстрее там, там. Моб взрывает. Контроль 3 секунды, готовимся, контроль. Помню, попал. Пизды. Это чё за... Это Шрайдербург упал. Так, Моса Бэль, Сереба нашли, быстрее. Не спел Шрайдера, а то он полиморфный. Серебана, Джорада. Там мне камень был. Перверженец Сейнтро. Шредер, сними агро баф. Меня сегодня БР внутренний. Серепан, есть БР? Тут пиздец, как творится. БР аж. А есть смысл давать БР? Еще минус. Баф, пожалуйста. Идем по бабам. Контроль 5 секунд. Контроль. Заебись, пойди. Еще два бэра не накидаем. У нас считали туп. Приверженец. Убить. По-моему, вам сыграли милишники с правой стороны, помогли слева. Контроль. Противиться моей воле.
Милишники, с левой стороны помогите, милишники, пожалуйста. Милишники чисто, по-моему, помогают. Ну и тут пизда пошла с правой стороны. Если есть милимоб. Че, ложимся? Че, мы валты хрена? Угу, легли. Да хуешь. Я не знаю, я курить. Сейчас перекур строим вообще. Мозг дал тебе дела. Прими это благословение и покажи. Сейчас перекур, да? Да. Можно тогда я пойду запы новые зачарю? Можешь. Ложитесь, ребрище. Че бегать? Ты не в сил противиться моей воле. Милики, не успевайте мобов бить. Не бегите даже к боссу. Просто стойте на том месте, где стоите. РДД помогут. Добьют босса до нужного процента маны. Хорошо, перекур сколько по времени?
Дайте лес. Спасибо. Ход, у меня один к тебе вопрос. Почему у тебя по леди 400к, блядь, а по трэшу нахуй 79к? Хоть ты и сдох, мне это похер. Почему по леди 400к, если ты милик? Тарас. Ход тут? Да, он релогнулся, чтобы фласку свою сберечь. Почему ты трэш не бьешь? Я трэш не пью. Да? У тебя в босса 500к, нахуй, по трэшу... Потому что меня сразу шотнул, Джованни. Кто тебя шотнул? 500к леди, нахуй, или кто? Не-не, он вначале умер. Как он вначале умрет, и при этом этот... На первом, сразу, как я подбежал к трэшу, законтроленный Джованни меня шотнул на 14к. Там написано. Как ты мог до первого трэша 400к, 500к уебать в леди? Если он трэш, хороший, как, руками под брусками. В дом поставь шкаф? Череды со всего. Братан, воткни. Ну ладно, вон там еще есть толк. Ход, вижу тебя, что ты бьешь леди, а трэш еще жив, ГП. Да полегче ты разговаривай, а. Что он нормально все делает. Но, притом... Что он нормально делает? Нормально соблюдать тактику. Будет нормально. Ты предупредил, знаешь, как будто он виноват, вот я не знаю, вот ты либо так общаешься, вообще хуёво, или чё? Он всегда так базарит, это нормально. Если люди не бьют нахуй трэш, то это нормально, да? Он нормально бьёт трэш, блин. Да не, он всё, просто не видит, он не следит.